В ходе рейдовых мероприятий в Бердске проверили больше 200 объектов. Это промышленные предприятия, магазины, места общественного питания и предоставления услуг. В ходе проверок выявлено 31 грубое нарушение, по которым принимались решения, судом выносились решения с привлечением к административной ответственности. Из них два – это предоставление деятельности данных магазинов предприятий, три вынесено штрафов в размере 50 тысяч рублей, 12 выносилось штрафов в размере 25 тысяч рублей, два штрафа выносилось в размере 1 тысячи рублей, одно предупреждение. Пяти организациям предписано провести санитарные мероприятия. Также 6 материалов находятся на рассмотрении в суде. Основными недостатками при проведении проверок являются это отсутствие дезинфицирующих средств и как следствие непроведения дезинфекции на предприятиях и организациях, отсутствие инструкции для разведения дезинфицирующих средств, порой в организациях, предприятиях разводят дезинфицирующие средства, можно так сказать, на глаз, что является грубым нарушением дезинфицирующих мероприятий. Отсутствует запас средств индивидуальной защиты, масок, перчаток, а также дезинфицирующих средств. Данных средств защиты и дезинфицирующих средств в организациях, предприятиях и магазинах должно быть как минимум на 5 дней, что также влечет за собой административную ответственность. В некоторых предприятиях отсутствует разметка для соблюдения общественной дистанции, которая должна составлять 1,5 метра. В некоторых магазинах данная разметка либо уже затерлась, либо так и не была подготовлено. Рейды продолжатся до окончания ограничительных мер. Чаще проверки будут проводить по объектам потребительского рынка.